Ой, разбудили. Мама, не буди нас. То, малыши, малыши. Как знакомым и тем, кто зашел на мой канал. Меня зовут Светлана. Я владелица питомника йоркширских терьеров. Сегодня хочу поделиться очень радостной новостью. В нашем питомнике 17 сентября родились чудесные детки-йоркширятки, щеночки. Это были долгожданные детки. Их мама приехала в питомник издалека. Она имеет титул юного чемпиона Украины, гранд-чемпиона Украины, а также юный чемпион России. Ее дома зовут Кира. Очень симпатичная девочка. Папа щенков, супер-чемпион Украины. Мой питомец. То есть выращенный в питомнике Квестик. Он уже проверен по потомству, не первый раз становится папой. Эти детки, конечно, очень любименькие, очень долгожданные. Родилось 4 девочки, что очень радует. Люблю, когда рождаются девчонки. Такие, сегодня им уже 18 дней. Конечно, они уже открыли глазки, они уже выглядят как маленькие собачки. И сегодня их первая съемка. Их можно уже снимать и вам показывать. Девчонки вот такие. Сразу вам покажется всем, что они какие-то крупненькие, совсем не похожи на йорков, а больше похожи на маленьких ротвейлеров. Ну, вот такими вот вы можете наблюдать йорков в возрасте 18 дней. Они уже получили имена, домашние имена, конечно же. Этот помет будет назван на букву «Р», поэтому каждая из них уже, проявляя свой характер, получит определенную кличку. Итак, расскажу немножко о них. Мне очень приятно вам представить такие практически две одинаковые девчушки. Вот такие близняшки, можно так сказать. Красотулечки, очень наполненные у них мордашки, очень у них красивые головы, блестящая шерстка. Уже заранее видно, что здесь будет шелковистая шерсть, нет никакого оттенка на шерсти. И, в общем-то, хорошие, холеные детки. Вам может показаться, что они очень крупные, но это просто они. Очень накушенные, очень пухленькие детишки. Крупными они не будут, а будут стандартные хорошие девицы для выставок, для разведения. Родились без патологии, только мы немножко, несколько дней боролись за жизнь самой маленькой, которая родилась очень слабенькой, с маленьким весом. Но сегодня уже все позади. Вот, самая маленькая, она проявила тягу к жизни. И сейчас в очень хорошем настроении, с хорошим аппетитом. Вот. Самая первая открыла глазки. Вот. И получила имя Ромашка. Машенька мы ее называем. То есть кличка по паспорту будет Романтика. Я не назвала этих двух подружек веселушек. Ну, скорее всего, это будут имена Ролли и Розочка. Что бы это означало? Ну, скорее всего, одна из них будет Розита или Розмарин, а вторая будет Роксолана. Ой, вот и сестрицы. Да. Эй, как зеваем, так спать охота. Да, спать охота, рано разбудили, да, маленькую девочку. Вот такие имена получили они. Ну, когда проявится более характер, тогда мы точно определимся. И еще одна девочка. Она средненькая между маленькой и сестрами, близняшками. Вот такая вот, самая живенькая, крутлявая, всегда куда-то идет, всегда раньше всех просыпается, возмущается. В общем, непоседа.
И назовем мы ее Рита. Наверное, полностью будет Риорита. Вот такая она у нас, танцорка. Сейчас они наелись. Видите, ведут себя спокойно. Покушали и жизнью довольны. Сейчас будем поспать. Поэтому они еще не умеют лаять. Они умеют только кушать и спать. Что еще можно сказать о маленьких щенках, которые сейчас такие лапочки, которые такие сейчас помпушечки? Да, хотела отметить, что все они имеют прекрасную родословную, где собраны кроме ведущих питомников России, Франции, Германии, в общем, многих стран Европы и даже Канады. Поэтому у них шикарная родословная будет. Они очень породны, великолепный помет. Я очень довольна этим пометом. Очень мне нравятся эти девчонки, я их очень ждала. И уже заранее их очень-очень люблю. Таких помпусичек, таких моих таких солнышек. Да, лапочек моих таких маленьких. Такие мои лапочки. Вот, так что... Следите за моим каналом, если вам нравятся собаки породы йоркширский терьер, то, конечно же, приобретайте эту радость домой. Вы приобретете себе море позитива, море удовольствия. Можно уже заранее резервировать щенков. Можно позвонить, договориться, выбрать вот такого вот милого любимца, который вам доставит море-море радости. Итак, кому понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет интереснее. Я расскажу, когда и как мы прививаем щенков, даем им средства от глистов. Будем следить за жизнью этих детей и других тоже. Пока!